какой это тебе Ростович? Ослеп, что ли? Логотип Техтроники не видишь? Это СВ-32 Град. Самая крутая снайперка, отвечаю. У меня бой назначен. Ты Бак. Он самый, мать твою. Ха-ха-ха. Смотрю на тебя и вижу бешеный Эдди. Поставлю против тебя все, что есть. Ха, я смотрю, ты в себе уверен. Сейчас узнаешь, почему. Это рука. Военная разработка. Титановые кости, углеродное волокно. Могу пальцем в танке дыру пробить. Ну что, засышь и сдриснешь, поджав хвост? Или будем драться? Что говоришь, у тебя за винтовка? Град? Где взял? На память со службы осталось. А чё? Просто любопытно. Это вроде ограниченная серия. 300 штук и все для КГБ. Ты смотри. Чё, хорошо в пушках сечёшь? Только мы тут не пушки обсуждать пришли, а кости ломать. Ну что, принимаешь вызов или нет? Нет, не хочу. Вот если б ставку поднять. Я же сказал, поставил все, что есть. А ты добавь винтовку. Хотя, если боишься проиграть... Тебе, что ли? Вот уж страх-то. Ладно, винтовку тоже ставлю. Все, идем. Ну что, готов? Обосрался уже со страху? Давай скорее начинать. Куда спешишь? Не терпится получить по ебалу? Язык вырву. Все, давай сюда винтовку. Да через мой труп. Парни, взять! Поехали! Он же нас так всех перережет!